Всем доброе утро из Стамбула. Я сегодня пошла прогуляться одна. Олег Леонидович работает, остался в номере, ему нужен Wi-Fi. Поэтому у меня сегодня самостоятельная прогулка. И я сейчас иду на трамвай Т1. Мы доехали до конечной остановки трамвая Т1, остановка Эминьоню, и сейчас будем пересаживаться на автобус 99У, по-моему, так, но я вам напишу. Везде есть указатели, где автобусы, где метро, ну, удобно. Я пришла на автобусную остановку. На 11-й перрон отсюда отходит мой автобус 99. И следующая моя остановка. Канатка, видимо, сегодня не работает. Все закрыто. Очень обидно. Ну, я читала, что мне надо идти через кладбище, но я не уверена, что я иду прямо здесь. Мне кажется, что надо подняться еще выше. Там здесь какой-то указатель, сейчас дойдем, посмотрим, но если что, развернемся. Мне надо наверх, здесь крутые лестницы. Идем мы по кладбищу, наверху будет кафе. Ну ладно, посмотрим, что у нас получится из этого. Олег Леонидович был бы не в восторге. Здесь такая дорожка, очень комфортная, поэтому все ок. Я просто изначально не там хотела пойти, потом разобралась. Идем мы вдоль старинного кладбища. Справа у нас Босфор, котики спят. Здесь много людей, поэтому все безопасно. Наверху есть кафе с красивым видом. Я хочу выпить там чай. А потом поедем в район Балат. Вот мы дошли до верхней канатной станции. По факту получается кафе на кладбище. Но только в Турции я такое видела. Красивый вид. Если работает канатка, то, конечно, стоит сюда подняться, а вниз можно спуститься пешком. Интересное место. Котик, котик пришел, красивый какой. Поднималась я наверх 11 минут, я засекала. Я хотела зайти в мечеть, но не пойду, потому что там сейчас служба, очень много людей.
Настя бракнула. От канатки, ребят, сразу здесь есть остановка, и можно уехать в Балат. Проезд стоит 10 лир, ну если точнее, то 9,80. Я впервые приехала в этот район, это район Балат. Он популярен своими разноцветными домами, здесь можно сделать очень красивые яркие фотографии. В интернете мне попадалась информация, что здесь небезопасно, но я не увидела какой-то особой опасности. Много туристов, обычный район, как и все другие районы Стамбула. Единственное, что здесь очень наглые попрошайки. Вот с этим я столкнулась. Дети. Именно дети по 3-4 человека подходят и начинают просить деньги. Ну, так как много туристов, в принципе, я думаю, что особой опасности это не представляет. В общем, я сегодня полдня буду бродить здесь. Красивое кафе. Покажу вам, сколько людей. Инстаграмное место, антик-кафе. Ну, здесь весь район, я бы сказала, что он весь инстаграмный. Здесь все делают фотографии. Посмотрите, какой подъем. Обязательно удобная обувь. Если вы на каблуках, то эта прогулка покажется вам адом.
Прекрасное завершение моей прогулки. Я уже отправляюсь к себе в отель. Так выглядит болгарская церковь. Посмотрите, как красиво внутри. Можно спокойно фотографировать. Также можно подняться на второй этаж. Но я уже иду на остановку и еду домой. Еще садится батарейка. Ну, надеюсь, хватит до отеля. Я сейчас еду до Эминьоню и пересаживаюсь на трамвай до своего отеля. Я приехала, сейчас иду на трамвай, трафик бешеный, все смешалось, люди, машины, кошки. Здесь я уже ориентируюсь. Я взяла рыбу в лаваше попробовать. 80 лир стоит. А если в булке, то 60 лир. Ну, в лаваше, мне кажется, поинтереснее. Они много зелени туда добавляют. Ну, в итоге оказалось, что рыба в лаваше стоит 60 лир. Я уже еду домой, везу Олегу попробовать рыбу в лаваше. Он весь день работал, сидел в номере, поэтому везу ему ужин.